сегодня мы сейчас, солнышко ушло, тучки на небе. Мы сейчас поработаем в саду. Смотрите, я принесла сюда его, у него цепочка оборвалась. Я этот цветок сюда принесла. Смотрите, как он красиво смотрится. Вырос. Вот видите, цепочка оборвалась. Вот она. Давай сюда. Мои кактусы. Вчера только поливали что-то все этого самого, того самого. Это. О, под переменой. Люди, я их уйду. Ты же переносишь. Лепше буде. Стягнувши до лади. Капоксилаки йду і там. Найду оксилаки влипись. Лепше в тупі сіна. Стягнувши бурі на іне. Висох. Просихши. Все повисихало. У нас очень жарко. Очень жарко. І до Фелінавалу ми мігались Петрес. Мені не йти по те. Навалю ми хартоні, ой, хартоні, те п'ємо. Лігу цимеду на те, що зараз. Цимеду. Стругілеки. Цимент, говорить, засипати треба, щоб от це все йшло. Перемени, перемени. Де ну між вона їх? Екіпу ту іпа його. Екіпу йому? Перемени, навалю гад я його. Кефірі кіпсалід я на його. Перемени. Сейчас выключаю, то он сейчас мне тут все повыдирает, все. Смотрите, какой он кузнец здесь, смотрите, какие у него глаза оранжевые. Ну-ка. О, какие глазища-то у него. Ой, боюсь, поливать будет. Сделали вот до оливки. Провозились. Целую кучу времени. Посадили три. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Пять у меня было горшков вот таких вот. Разные цветочки там были. Еще остались вот эти вот. Эти чуть потом почистим дальше. Эти чуть-чуть выкопаем ирисы. Потому что очень много их. Видимо, от души мне привезла Наташа. Там, тогда цветы подарила. Вот. И меня комары искусали. Ух. Раз поливает. Он вот этот угловой, видите? Он, помните, он там в углу стоял. Раз вытащил его оттуда. Я его хочу вот сюда поставить. Потом. Потом поставим. Мужики поднимут. Он тяжелый, говорит, очень. И на другой день, завтра, может быть, как-нибудь. Или рано утром, или вечером, опять как сегодня. Вот это почистим 1.5 метра, потом еще 1.5 метра разберем. Разобрал вот здесь под эти самые, под апельсином вот здесь на этой клумбе. Пересадила маленькие цветочки, у меня были в горшочках. Пересадила. И посадила. У меня же испортились. Все алису мы уже отцвели, испортились. Вот внизу, где остаются, я их оставляю, где вижу кустик какой-то. И туда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда три штуки посадила. Молохи, как по-русски. Герани. Вот такие вот вещи. Вот этот обстригла. Вот эти цветы тоже обстригла. Где уже отцвевшие, отцветевшие. Вот здесь еще есть один. Вот сижу здесь и вижу, и отстригаю. Вот такие вот дела. И сижу здесь, я срезала все гвоздички, чтобы они еще пышнее были, еще цвели. Они круглый год цветут здесь у нас. И цветут, и растут, и зимой даже растут, если ухаживать за ними. В этом году у меня не такие шикарные колиусы, но к осени, может быть, вырастут шикарные. Не знаю, посмотрим. Тех колиусов, которые в прошлом году росли, у меня нету в этом году. Не выросли они. Волосы у меня больше их выросло, чем здесь. Волосы потом покажу вам. В клумбу приедут. Там у меня зять за ними ухаживает. У него, видимо, более легкая рука. Нет, просто я там больше их посадила, чтобы там они были. Потому что я знала, что сюда приедем только на 3 недели. Поэтому я там любовалась, любуюсь, посадила. А вот эти вот посадила сюда. Только насыпала семечки. Ой, вайму, апанаму!
Поливает меня. Смотрите, по перилам вода вся течет. Кап-кап-кап, вон с дерева. Тап-тап-тап-тап. И он на меня. На меня. Там поливает цветочки, которые я посадила. Вот. Поэтому я колюсы высадила все в волосы, большинство в своем. А эти вот так вот, как они взошли, видите, я вот в эту посадила, их высадила, и потом повыдергивала и посадила сюда несколько корешков. Посадила на эту клумбу, ну кто ее поливает? Никто ее не поливал нормально, никто не ухаживал за ней, у нас же здесь не было, вон, видите, ногти все грязные. Хотя в перчатках работала, вот этот вот круг от перчаток. И вон там еще вот, вот еще растет, вырос. Тоже отсюда вытащила, туда посадила. Здесь все, что я посадила, не выросли. Вот там наверху тоже посадила, не выросли. Вот эти цветочки, как они зовутся? Бархатцы? Нет, не бархатцы, не помню как. Напишите, как они называются. Вот, такие вот дела. Так что, девочки, мальчики. Вот этим вот каллом, это каллы, я вам не показала, я сегодня срезала, у него был вот здесь цветок. Вот видите, вот это вот здесь был цветок у него. Прям такая калла такая, как калла, здоровый такой, пестик такой большой у него. В следующий год, если расцветут, я вам покажу. В этом году не такой сильный был он, высокий, но был цветок у него вот у этого. Я вот сегодня только отрезала вот здесь вот его. Он уже отцвел, нас не было здесь, он отцвел. И он просто потихоньку засыхал, засыхал. Но я видела, когда уже отцвел, он такой красивый, большой он такой был. Я так поняла, что это каллы. Такая разновидность калл. С такими большими лепестками. Поэтому вот. Так вот. Им жарко здесь на солнце стоять. А зимой здесь холодно им. Холодно. Ну, завидают они. Уходят листья от них. Может быть, так и должно быть. Не знаю. Ну, кто смотрел мои старые видео, я вот сам у соседки показывала. Вот такие цветы были. Она их повыкидывала. Прям вот так вот у нее садовник приехал, обрезал их вместе с горшков, повытаскивал, повыкидывал, прям такие, блядь, здесь у меня даже метра нет, он какой высокий, а у нее там были два с лишним метра, выше меня, 2,5 метра были такие цветы у нее. Кто смотрел, видели, да, я показывала вам у нее цветы. Ой, меня комары искусали, все. Цветы у нас все отцвели, ничего почти не цветет, вот кроме бархатцев, бархатцы, наверное, называются. И все. И колюсы цветут. Ну, что теперь делать? Ладно. Вась там плевает цветочки. Давайте увидимся. Я сижу здесь на скамеечке, а мне вот это нравится цветочек. Я его сюда поставила. Пускай стоят здесь в рядочек. Кактусы. Вот этот вот не цвел с большими иголками. Вот этот тоже не цвел. Вот этот цвел красиво. Прям вот так вот веночек у него был вот здесь. Вот. Кто видел, тоже я вам показывала. Вот этот я посадила сюда. Он был, знаете, какой? 3 листочка вот таких вот, 2. И вот он за зимой, за лето вырос вот такой вот стал. Вот этот вот. Я его в Лерашке покупала. Вот этот в Лерашке покупала вот такой вот маленький. Вот такую вот веточку. Вот такую вот. Смотрите, вот это вот все, он вырос. И он отламывается вот так вот. Вот, видимо, здесь, видите. И он портится. Что там, ковыряюсь. Вот. И посадила сюда, еще привезла дома волосы. Смотрите, какой сидит, его даже и не видно здесь. Увидите, нет кузнеца. Видите, кузнец сидит. Ну, такой вот. Найдите, говорит, меня. Кто не спрятался, тот не виноват. Вот он. Смотрите, какой. С вами болтаю, его даже не отличишь.
Смотрите, какой кровожадный, бедненький стрекоз. Ух. Оп. А, на кактус проткнешься живот, дурак. О. Кактус залез. Цветком заделался, что ли? О, какой. Глаза какие у него. А здесь ускакал куда-то, не знаю, нету его здесь теперь. Может быть, этот сидит вот здесь, тот был, который там. Вась пошел инструменты убрать в этот подвал. Или нет, я не знаю, что он там пошел сделать. Давайте я с вами поболтала. Пойдем, я сегодня кекс испекла, сейчас покажу. Сейчас я перчатки выстежу, вот они какие. Давай. Стомат олигаки на фунажис. Сейчас я их вот здесь выстирю. Ост, покушали, не убрала. Вот такие вот они стали у меня после работы. Сейчас посуду вымою. Вот такой кекс я спекла сегодня. Вот он. Вкусный-вкусный. Молочный такой, с изюмом. Очень вкусный. Сейчас трогать руками не буду. Вот. Такие вот вещи. Костас уже свою самого здесь почикали. Вот. Сегодня сейчас пойдем сегодня в ресторан. Ну, хотя брат умер. И отмечать уже не будем. Ну так, отмечать не будем. Наш день. Наш день. С Ваюсом. Костас расстроился. Расстроится. Коста! Сегодня не будем так праздновать наш день свадьбы. Хоже взяришь. А фу, Александр, фу, что баба Петана. Двоюродный брат папа умер. Я хочу сейчас ручками выстирать, потому что завтра мне опять они нужны будут. Я их опять одену. Сейчас я их здесь выстирю, замочу. Вот. Мне все равно, пускай на них там налипнет, потому что я потом выкину, они же ж... Такие перчатки. Я их обычно в машинке стираю, Вайс, когда Вайс работает. А он не работает в земле, а я работаю в земле. Пускай будут здесь вот так полежат чуть-чуть. И я выстираю. Вайс уже идет. Вайс уже полился, разобрался. Давайте надо включить воду и выкупаться идти. И уже 7 часов, к 9 часам поедем в ресторан.